Мы выехали из Москвы буквально неделю назад и поехали, куда глаза глядят. Проезжая Сочи, мы искали, где переночевать, и нас приютили в кемпинге. Вот, собственно говоря, так мы и попали сюда, на Красную Поляну. Harley Davidson Sportster 1200 2000 года. Мы его построили в этом году. Он на базе рамы Hardtail. Это значит, что у нее жесткий зад без амортизаторов. Также сделали для него мягкое стекло по этому случаю. Здесь практически все поменено. Тут, наверное, кроме двигателя больше и нету стандартных, так сказать, деталей с завода. Тут из проводки 3,5 провода. Нету ни АБС, тут вообще ничего нету, тут нету ни датчика топлива, тут нету ни спидометра, ни тахометра. Оно и не нужно для езды, все, оно только добавляет проблем с поломками и так далее. Чем меньше деталей, тем меньше поломок, минимализм и стиль. Где-то в 20-21 год я купил свой первый мотоцикл, это был Honda Speed 495 года. Тогда же, собственно говоря, я и родился в этот год. И он был как раз-таки на базе Hardtail, у него не было амортизатора, у него была палка железная вместо него. С этого момента я, наверное, и влюбился в Hardtail, потому что это всегда, знаешь, ты чувствуешь каждую кочечку, каждый камешек на ровной дороге, ты ее чувствуешь вот прям как серфер чувствует волну в поворотах. Вот все это, короче, примерно такие же ощущения на Hardtail. Ты едешь по грунтовке, ты просто ненавидишь вообще все, что ты сделал со своим мотоциклом. Потом ты выкатываешься на прямую дорогу и понимаешь, что это лучшее, что ты делал со своим мотоциклом. То есть это двоякое чувство. Вот, но оно всегда держит тебя, так сказать, в тонусе. Всем лишь бы комфорта. Но я не из тех людей, кто в комфорте хочет проводить все свое время.